Мне посылочку пришла, дала. Я ей очень рада. Я ее очень долго ждала. Привет. Привет, я Даша. И сейчас буду показывать что-то. Так, начну вот, пожалуй, вот с такой книги. Это «Уголовный кодекс Российской Федерации в рисунках» Алексея Миронова. Он иллюстрированный, очень прикольно. Он, к сожалению, запакован в такую индивидуальную обложку. Но, к счастью, это я привезла в подарок. К счастью, у меня есть вариант уже открытый, мамин. Дарила я ей, по-моему, на предыдущий Новый год. Спасибо, улила я огромное за наводку. Вот, здесь есть закладочка такая. Такая ленточкой. Ну и видим, да, сразу иллюстрацию. То есть ворона держит кусок сыра, так понимаю. Охотники что-то там мутят. И написано статья 160. Присвоение или растрата. Не правда ли символично? Ну, еще там что-нибудь открою для показательного момента. Вот мы видим то, что мы видим. И у нас это статья 81. Освобождение от наказания в связи с болезнью. Такая замечательная книжка, но вот настоящее у меня счастье и радость было. Это вот книга, которая сейчас представит перед вашими глазами. Это «Лебединая песня» Ирина Головкина в девичестве Римская-Корсакова. «Лебединая песня». Я ее читала в том варианте, мне жутко захотелось иметь такую книгу в натуральном виде, но, к сожалению, ее нигде не было. И вот я в лабиринте добавила ее в, так сказать, что я хочу ее. И вот она появилась спустя, кстати, фактически год после того, как я ее пометила как желанную. Я ее тут же заказала буквально. Там, кстати, есть еще один вариант. То есть она не единственная. Она свободна для того, чтобы ее заказать. Ну, кстати, небольшой брак уже обнаружила. Вот он, видите? Значит, ну, то есть не важно, на самом деле, вот так она выглядит сбоку. Очень презентабельно, мне кажется. Ми-ми-ми. И посмотрим. Ага, какой форзац. Я все вместе с вами в первый раз вижу. Третье издание. Мы видим надпись. Предисловие внука автора. Ой, понюхай сейчас. Хорошо пахнет. И тут есть, я вижу, иллюстрации. О, центр, но не буду сейчас разглядывать, потому что я все люблю делать постепенно, последовательно. И не хочу себе портить удовольствие. Потом себе. В процессе чтения, значит, до середины, как дойду, уже их рассмотрю. Вот такая у меня радость. Вообще, я эту книжку год ждала, поэтому безумно рада, что наконец-то она у меня есть. Еще и в восторге вот от этой вещи. Увидел совершенно случайно на сайте Лабиринта. И тут же заказала. Сейчас покажу, что это. Я сейчас открою, вы, может быть, сами сможете догадаться. Сейчас приближу. Что-то русско... Не знаю, что это за язык. Это на самом деле набор открыток, созданный по рисункам Елизаветы Меркурьевны Бем, которая была одной из первых женщин в России, получившей профессиональное художественное образование. И здесь какого рода открытки? Ой, прошу прощения, я вас немножко пошатнула. Видим уже, да, что такое вот рисунки такие, как это, царских времен еще. Типа у меня там что-то возмущается с буквами. То есть мы видим, это буква С, царица. Обратная сторона выглядит таким образом. Тоже подписано, что С. И вот. Там, допустим, или вот маленький богатырь. У нас буква Е. Почему Е? Есть написано. И как это связано? Кто-нибудь догадывается?
Вот следующая К и, видимо, книжка. Там же жар-птица. Висит в таком духе. Разумеется, я не буду это никому отправлять, сокровище. Мое, только мое, моя прелесть. Господи, сумасшедшая. На этом все. Я желаю вам приятных очень покупок. Также вот уметь радоваться. И до скорых книг.